Шадринский планирует начать выпуск суперэкономичных светодиодных ламп. Китайские бизнесмены намерены наладить современное производство на телефонном заводе. Договоренность достигнута во время переговоров между временно исполняющим обязанности губернатора области Алексеем Кокориным и представителями Академии наук Китайской Народной Республики. Сообщается, что Китай заходит в Курганскую область в качестве полновесного инвестора. Светодиодные лампы на местном заводе будут изготавливать по технологиям Поднебесной. В России аналогов такой технологии пока нет. Первое направление – светодиодная лампа. Ее рациональные показатели в два раза превосходят характеристики самых экономичных ламп последнего поколения, в частности, ламп накаливания. Второе, не менее важное направление – это изготовление высокоплотных светодиодных экранов. Их можно использовать в телестудиях, в качестве диспетчерских щитов в силовых ведомствах, а также наружных экранов на стадионах. Мы получили официальное приглашение с ответным визитом вот в данную провинцию. Я думаю, что это шаг вперед, хотя мы и с другими провинциями будем активно сотрудничать. И та идея по сборке автомобилей на территории Курганской области, она у нас не отброшена на второй план. Мы в этом направлении работаем. Я думаю, что вот в самое ближайшее время мы сделаем ответный визит и расставим все точки над «и».